Снова здрасте. Продолжаем серию видео по Хэллоуину. И в прошлый раз у нас был уровень от Якуза Меркидзи, широко известного автора в узких кругах. Уровень был классный, он был на тему вечеринки. Сегодня у нас также уровень от широко известного в узких кругах автора Викториуса. Уровень называется Swamp Massacre, и это явно не о вечеринках. Здесь у нас речь идет о болоте. Как видите, здесь уже стоит полюсик, значит, я уже сыграл, значит, я уже рестартнул игру. А все дело в том, что как бы у меня на записывающем компьютере стоит карта AMD, с которой я не рекомендую никому связываться, потому что это говно. Причем достаточно конченое говно. Время от времени у этих карт начинаются заскоки, и они как бы выкидывают предупреждение, что все плохо, что-то там драйверы или еще что-то такое. При этом у вас все установлено, вы проверяете через приложение, у вас все отлично, все замечательно. Так вот, если у вас выскочило это предупреждение в момент записи, все, до свидания, видео накрылось. То есть я уже записал видео по этому уровню, да, я его весь прошел, я его сыграл, впечатлениями поделился, но как бы спасибо AMD, так скажем, да, то есть это говнище свалилось в пропасть в самый нужный момент. Естественно, самый ненужный момент, но как бы шутку, я думаю, все поняли. Вот, поэтому мы его сейчас будем играть уже по второму разу. Я его буду играть по второму разу. Ну, в принципе, я не против, уровень классный. Так что вырубаем музыку и пошли. Вы-то его еще не видели, вам-то его еще предстоит посмотреть. Но мне как бы уже впечатления будут не первые, а уже вторые. Итак, ну что же, начинаем мы в доме, достаточно просторном и теплом. Берем дубину. Ну, попади в него, попади. Попал. Вот так вот. Ну давай, ныряй в болото. В прошлый раз он нырнул в болото. Вам нырять в болото нельзя, помрете. А ему можно. Что он и делает? Ну и хрен с ним. Что, ожидаем прибытия? Сейчас полезут. Прямо из болота. Да. Опа. Да ё-моё, что ты как это самое? Умереть не можешь, что ли, никак? Здесь их очень много. Стрелков до хренища. Но у стрелков порезан урон. Поэтому выжить можно. А где у них стрелки? Я бы лучше по стрелкам отстрелялся. Во-во-во. Это ты... Нехило. Неон осмотрелся, да? Матрицу четвертую посмотрел. А ну, слез с машины. Хулиганье. Так. Здесь у меня был автомат Калашникова. Ну что, поехали. Где там кто первый самый? Ты, что ли? А нафиг. Ты меня там криком напугать пытаешься? На! Ты не попал, я попал. Держи! Это минус шляпа, по-моему, у него, да? Или он минус башка? Этот просто в воду свалился сам по себе. Минус. Минус. Нет, не минус. Этот не сдох. О, кто-то сдох. Они стрелами по своим шарашат, походу. На нафиг. И на нафиг. Блин. Все, уходим. И начинаем нарубать пехотку. Ава-вав. А у меня лопата. Здесь очень много вот таких вот противников, которые очень большие, злые, и их нельзя даже пинком опрокинуть. Они слишком круты. Уходим. О, гребешок, серьезно? Погнали. Вот это уже поинтереснее будет. А по ногам? А по ногам? Тихо, вы чё? Я даже на дерево запрыгнул от страха. Так, хп пока рано брать. С хп пока все нормально. Так, идем еще искать какой-нибудь предмет, который можно эту толпу бить. Ну да, поварёшка или что это там. Не, это сковородка какая-то странная. Так, а что у нас здесь? Здесь у нас есть ножичек. Да на нафиг. А вот так.
Ты куда, куда, куда? Ты что? На нафиг. Кажется, еще минус на прощение сделал. Так, вот, тут у нас есть еще меч. Тут очень много вещей. Так что бить граждан и лиц без гражданства есть чем. Эй-эй-эй-эй, тихо, тихо, спокойно. Ты что такой нервный-то? Спокойно, все в порядке. Сейчас и тебя пришибем. Нормально все. Держи. Да ё-моё. Видите, видите, какие они. Вот стрелки, они помягче. Их проще валить. А вот этих здоровых, это кошмар. Чего? У нас. Так, этот живой остался. Оп. Да-да, конечно. Двигаться, двигаться надо, двигаться. Нельзя стоять на месте. Затопчут. Просто затопчут. Эти уроды могут. Они, блин, как МДшники. И карты говняные делают. А эти... Эти просто сволочи. Вот так вот. А пошел нафиг. Так, что еще тут у нас есть? Это все, что ли? Кастет? С остриями, с острыми... Ау! Больно, дурак. Делать тебе, что ли, нефиг. Так, что еще есть у нас? Тут есть что-то покидабельное. Охренеть! Рикошеты пошли. Местная физика защищает этих засранцев. Эй-эй-эй! Блин, я почти взял его арбалет. Но он пустой, там уже нет ничего. Так, щит возьмем, топор. И превратимся в викинга. Эх ты ж, мать твою, берсерка. Да ладно. Как на меня нападать, так нормально, да? Как тебе, так сразу крики-вопли. Ах ты, падла. На тебе в ответку. Пора взять КП. Чтоб не взять-то. Благо его тут много. Хоп, пробегаем. Здесь у нас есть пистолеты еще. Эй-эй! Они меня сейчас побьют! Быстрые, как понос. Резкие. А ну пошел. Да блин. Я же должен был в него попасть. Да ну. Ау. Так врываться на толпу тоже не лучшая идея. Надо их оббегать вот так справа и пробивать. Вот так. Бегайте вокруг толпы. Лучшая тактика в этой игре. Бегайте вокруг. Вокруг. Именно вокруг. Не врываясь внутрь, а вокруг. И бьете, бьете, бьете. И бьете. И бьете. И бьете. Ну, так вы будете долго бить. Гантельку можно взять еще. Судя по звукам, кто-то падает. Но что-то меньше их вроде как не становится. Да блин. Двигаться, 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 двигаться. Когда их много, надо двигаться. Двигаться, двигаться. Лежать. На пол, я сказал, руки за голову. Ты что встал? Ну вот. Раскидали. Но так как я здесь уже был, я знаю, что будет еще одна волна таких же дятлов. Причем как они идут с той и с той стороны. Кстати, здесь был щит побольше где-то. Где он был-то? Я уже забыл. Ё-моё, они еще оттуда вылезли. Оттуда я не помню, чтобы они вылезали. Вот отсюда, да, вылезали. Да, пистолет против арбалета рулит. Урон у них, конечно, порезан, но их столько, что они вас просто изрешетят. Так, надо бежать. Они что, из дома пытаются стрелять уже? Или пытаются дом прострелить? Он на перерез бежит, смотрите. Гад. Оп-оп. А мне уже стреляют. Мелких можно выбить, пока они тут без поддержки больших. И бежим. Бежим, бежим, бежим. Уворачиваемся. Как матрица. Иначе все, кирдык. Опять, блин, этот свист стрел над головой. Кошмар. Этих стрелков больше, чем надо. И все стреляют. Надо дождаться, когда у них стрелы закончатся. Их там не так много. Здорово, боксер.
О, у этого стрелы все. Ау. Ау, 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 больно. О, один. Да где ты? Смотрите-ка, они тоже грамотно двигаться научились. Минус. Минус. Так, ну потеря ХП меня пока не особо страшит. Во, я нашел заряженный арбалет, кстати. Ну-кась, ну-кась, ну-кась. Да на! Стрелок ворошиловский, ё-моё. И тебе тоже на. Прицепились, пуляют и пуляют. Друг другу популять не пробовали? Оно же повеселее, чем в меня. Чё я вам сделал вообще плохого? Да вы так Хэллоуин празднуете, вылезаете из болота и людей бьете, сволочи. Гады, твари, гниды, мерзавцы. Особенно ты, на тебе в нос. Пои! Не поймал. Чё? Одна стрела? Чисто застрелиться, что ли? Вы что-то новое. Застрелился из арбалета. Так, с трактора я собрал. Чё, молоточек еще остался? Кажись, упал. Но их еще много. Да блин! Эй, куда я щит делал? Подождите, ребят, стоп, стоп, стоп. Я, вот, там мой щит, я его должен забрать. Я его возьму. Спасибо. Вам все равно не надо, а мне пригодится. О. Я щитовой с арбалетом. А нафиг. А нафиг. А, блин. Нафиг. Падай. Куда же? Куда же? Пошел нафиг. Они, кстати, встанут. Это их не валят наглухо. Так, там, кстати, на деревьях что-то есть. Да? На том точно что-то было. А на этих? На, в лоб тебе арбалетом. Так, что у нас есть на лодке? Стул! И что мне с ним делать, с этим стулом? Толпу кинуть разве что. Так, но предметов здесь достаточно. Предметов здесь действительно достаточно разложено, чтобы всех их победить. Ну, этого вы не видели. Этого вы не видели. И вот так, опять же, пробегая мимо, вал тузим. На, нафиг. Держи. А, падла. Он меня ударил. Больно ударил, гнида. Больно ударил. Сучий потрох, на, нафиг. Я ж тебя сейчас в кашу, в капусту. Блин, где? Что? Кто? В воду нельзя лезть. Сдохнешь. Так. А так вот. Да иди ты. Ау. Да и зачем? Что я сделал? Зачем это я сделал? А вот так вот тебе. Три стрелы разом. Вы по одной, а я сразу три. Так, у нас тут есть еще дубина. Специализированная. Цепочку хватаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, здесь я с ними драться... Опа, катана. Здесь я с ними драться не буду. Их надо на открытое вытаскивать пространство. Где у меня есть маневр. Да ё-моё! Зачем... Чем я застрял, во-первых? Зачем я туда полез? Так, я знаю, где еще есть ХП. Так что? Мы его сейчас возьмем. Но! Мелких можно порубить. Здоровых этих, по-моему, катана с одного удара не берет. Даже по ногам не берет. Не, не берет вообще. Эть. Да ладно. Привет. Еще минус один. Здесь, кстати, лодка прикольная. Можно сюда забежать и спрятаться. А здесь есть даже револьвер.
Можно отстреливаться. Ой, я не в тебя стрелял, извиняй. Это что такое? Золото? Я за золотом сюда, что ли, приполз? Держи! Ой, я не в него целился. Ну, построились, граждане. Встаем, строй. Выравниваем ряды. Равняйся мирно. Ну, залазьте. Мне выбегать надо. Освободите дверь. Граждане сволочи, освободите, пожалуйста, дверь. Мне надо через нее выбежать. Что там у вас боксер? Не проходит, башка не пролазит. Но он же двухметровая шпала. Как он туда про... Проехали. Ну? Вам особое приглашение? Еще минус. Минуснул здорового дядьку. Ой, я не в того кидал. Эх, не успел схватить. Так, где-то они здесь вылезали из своего болота. И где-то они здесь роняли арбалеты, да? Значит, здесь могут быть заряжены арбалеты. Могут быть. Хе-хе-хе, да, приколист. Выпад пытался сделать резкий. А вот и хрен. Привет. Они еще до сих пор из сарая вылезают. Так, где здесь были предметы, инструменты для общения с людьми? Вот, один нашел. И сразу сломал. На нафиг, на нафиг! Многие бы здесь способностями уже начали бы пользоваться, но вы же меня знаете. Это не то, вот без способностей это уже как-то поинтереснее будет. Куда вы? Они меня бегут. Ни малейшего уважения не проявляют ко мне вообще. Кому-то в нос дал. Так, кажется, минус, судя по звуку. Так, здесь были предметы? Были же предметы. Вот сабля. Это вещь. Прям вещь классная. Да, если бы я еще попадал этой саблей... Все, кончилось. Сабля кончилась. Есть меч. Башка с плеч. Че это они всей толпой как-то начали куда-то двигаться? Не туда. Так. На! Ау! Я пропустил удар. Блин. Надо пробегать мимо них, а не в них бежать. Бежите в них, получите в нос. Да ё-моё, отдайте мне мой щит. На. Взял, помер. Сейчас, ага. Так, где тут у нас еще что есть? На, держи. Пила. Вот у пилы, кстати, урон большой. Видите, их даже не опрокинуть, этих ребят. Еще одна пила. Что это такое? А, он уже пустой. На, забери. А куда я пилу дел? Где теперь пилу искать? Пшел вон. Иди отсюда, говорю. Пшел вон. Держи, какой наглый. Там в тележке осталось чего? Сабля осталась и кирки какие-то. Так. Ну? Будем врываться потихоньку, не? Пошел вон. Эй-эй-эй! Я в дерево уперся спиной. Блин, неудачно прыгнул. Это так вот. Щит. Щит спас. Хорош. Так, у меня тут еще...
Дубинка с колючками. Это чье тут улетело? Так, что бы еще подобрать такое? Что бы еще подобрать? Предмет-то есть, надо только бегать их и подбирать. На нафиг. С левой стороны их каруселить неудобно. А ты где там за деревом? Я тебя видел. Предсказуемо. Он попытается сделать выпад, когда идешь на него. И встречным ударом его отправляем в нокдаун. А лучше сразу в нокаут. Эй-э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 й, не трогайте меня. Вы что, дураки совсем? Вы что делаете? Я же вас сейчас всех в кашу. Видите, одна ошибка, и вы застреваете в толпе. Застряли в толпе, считай, все. Мне повезло. Но повторять не рекомендую. Но... Подзатыльник. Боковой подзатыльник. Так, надо вытаскивать их на открытое место. На открытом месте против толпы здесь, в принципе, можно. То есть можно их каруселить, бегать по кругу и бить крайних. Или встречать вот так по одному тех, кто из толпы вылез зачем-то. Так, у меня опять оружие сломалось. Хорош. Судя по звукам, было два минуса. А где мой щит? А, он развалился там. Он меня спас. И развалился. Так, идем в дом. Я знаю, где еще есть ХП. А что ты там делал в доме-то? Эй, слышь? Как кто-то допустил? А тебя? Все вроде, да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, да-да-да-да-да, сейчас, ага, набежали уже. Здесь второй выход есть. Но принимаю в узком месте, когда они не могут сразу все напасть. И сразу делаем несколько минусов. Хорош! Вот это хорош был. Подловил в узком месте и по одному просто выщелкнул их. Так, фул хп. Гребешок. Викториус, серьезно, что ли? Гребешком мне воевать против этого? Там двухметровый амбал какой-то, боксер шляется, а я его гребешком. Он, наверное, очень испугался. Минус. Эпа. Блин, вот не сбить с ног. Пробуем в обратку. Ходим в узком пространстве, ловим по одному. У меня только бутылка осталась. У меня ничего нет, ребят. Давайте пойдем на улицу. Давайте пойдем на улицу. Тихо. Что там было? Сбоку показалось, справа что-то. Минус боксер. Кстати, это круто. Ребят, ваш босс сдох. Успокойтесь. Все, давайте вы обратно. А, у них второй босс есть. Ну ладно. Разберемся со вторым, что? Есть что интересное? Гантеля в нос. Отлично работает. Ну, да. Второй раз не очень. А кувалда? Минус два. Кувалда дает минус два. Бам! Минус три. Хорош! Хорош! Здесь, блин, они такие жесткие, что каждый килл — это прям круто. Прям событие. Да ё-моё, они же не падают, я забыл. На! Давайте опять. Блин, сейчас первым будет опять эта шпала двухметровая, да? Нет? А, этот. Вот этих можно порубать. Ай, блин, не попал, надо было добить, добить! А это не тот. Так... Вот он, нашел его. Он был сильно поврежден. Получил все, сдох. Хорош. Че? Хотел что-то сказать, да? А я тебе не дал. Я тебя перебил. Извини. Минус. Ух ты какой. Прям бежит на меня. У меня пила, кстати, еще есть. Да-да-да-да-да. Резкий выпад, да-да-да. Совсем непредсказуемо, чувак.
Вы все такие прям непредсказуемые, неожидаемые. На, в нос, в нос. И тебе тоже. Да блин, не добрал. Где-то здесь был дробовик. Привет! Хорошо пошел. Давай. Удачки. На. Ну чё, боксер? Бокс против дробовика не очень. Тут, кстати, еще и дубинка была. Так, где-то еще один остался. А, он, бедолага, застрял. Ну, тебе помочь? Тебе лесенку принести? Или что? Или костылики? Безнадежное топание такое просто. Ну вот, такие дела. Такой вот уровень. А, там, а, здесь два выхода. Блин, а я в тот раз думал, я когда прошлый раз проходил, я видел только этот выход. Здесь, короче, два выхода. Один вы там видели сейчас. Посмотрим, сейчас пойдем через второй. В прошлый раз я уходил через этот выход. Здесь лодка стоит. А второй выход, он в сарае. То есть там же тоже лодка. Поэтому Викторию сделал два выхода. Что, в принципе, прикольно. Можно даже выбрать, на какой лодке уплыть. На той или на этой. Какая вам больше нравится, на той уплывайте. Можете даже взять с собой весло. Если вдруг сломается движок, батарейки сядут или еще чего. Ну что же, возвращаем музыку. Ну что же. Уровень, как всегда, замечательно сделанный. Модельки, все на уровне. Единственный вопрос был к воде. Да? Первый раз, когда я играл, я вижу, что мой союзник побежал в воду. Я бегу за ним, в эту самую воду. Ну, как двойка работает. Ведущий пошел, прикрывающий за ним. Да, логика элементарная. Ну вот, и, соответственно, я за ним туда, в эту воду, и сразу сдох. В воду лезть нельзя. Да, здесь как бы нет ни табличек, ничего. Там где-то скелет плавает, но его еще надо найти. Вот, это был единственный такой вопрос, как бы, ну, по вопросу понимания, непонимания механик уровня, да. Единственный вопрос был к воде, что вот в воду лезть нельзя. Вот. В остальном все круто сделано. Есть и помещение, есть открытое пространство, целая куча разнообразных предметов. Противники сделаны достаточно сбалансированно. Есть противники стандартные, есть более сложные такие, которые уже... Они еще не боссы, но уже больше по размерам, чем обычные противники. Их нельзя сбить пинком и так далее. Там на них надо потратить много усилий. Их много. Есть стрелки, но у стрелков подрезан вроде как урон. Они наносят мало урона. Но все же я отмечу, что этот уровень явно не для начинающих. Если вы только пришли в эту игру, поиграйте в что-нибудь попроще, чтобы понять механики, как вообще против этого противостоять. Потому что если вы попрете в лоб, вас сольют. Я один раз ошибся, застрял в толпе, чуть не сдох, меня щит спас. Да? Поэтому, ну, если же вы уже игрок такой, как бы, играете там какое-то время, вам хочется все нервы пощекотать, вот этот уровень прям для вас. Море противников, море предметов, делайте, что хотите, разбирайтесь. Как хотите, там, стреляйте, бейте, в общем, любые тактики можете применять. Можете вон на лодку залезть, на эту, которая синяя, да, и с этой лодки там каким-нибудь веслом отбиваться. Что-нибудь в этом духе придумать. То есть здесь, как бы, вам простор, как говорится, для фантазии вашей стратегии и тактики. Но, если вы новичок, возможно, не стоит. Лучше приходите ко мне на канал, посмотрите, как я его пройду, и поставьте лайк. Вот, но в любом случае, будете вы играть или нет, зайдите в Steam, найдите уровень Swamp Massacre от Викториуса, поставьте лайк. Да, поднимите уровень повыше в рейтингах, потому что, ну, уровень действительно классный. Ну, в принципе, Викториус, он не умеет делать хреновый уровень. Я думаю, даже если бы он попытался сделать хреновый уровень, у него все равно ничего не получилось. У него все равно получилось бы классно. Такой уж автор, что поделать. Вот. Такие дела с уровнем. Не получилось, как бы, мне поделиться первыми впечатлениями, но, в принципе, уровень я вам показал. Уровень классный, я в него сыграл, мне понравилось.
несмотря на то, что я играл второй раз. Да, но, как я уже сказал, это не моя вина, это вина видеокарты, тут ничего не поделаешь. Вот, как-то так. Что ж, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Подписывайтесь на канале, проставляйтесь лайками. Всем здоровья, денег и всем пока.